Несмотря на договоренности, таджикские военные, напав на погранзаставы по периметру границы, уничтожают не только инфраструктуру застав, но и объекты социального значения, такие как школы, детсады, торговые точки, медпункты и дома, сообщает ГКНБ. По данным ведомства, выкрикивая националистические лозунги, проявляют кощунство и издеваются над телами погибших на посту пограничников, осуществляя фото, видеосъемки в нужном для них ракурсе для дальнейшего использования в пропагандистских целях. В рамках своей антикыргызстанской политики, предпринимая попытки исказить факты и преподнести наоборот Кыргызстан в качестве агрессора, наверняка будут использовать эти фото, видеосъемки в выгодном для себя свете. Причем на региональном и глобальном информационном пространстве, в чем наловчились за последние 2-3 года. В этой связи ГКНБ призывает общественность по обе стороны границы трезво оценить ситуацию и дать объективную оценку, осудив тех, кто сеет раздор и смуту между двумя братскими и соседскими народами, которым нужны стабильность, мир и спокойствие.